Сейчас мы находимся на улице Степана Разина, и заинтересовала нас здесь вот эта вот конструкция. Такое ощущение, что за этим шлагбаумом находится частная территория, но на самом деле это не так. Сам по себе проулок небольшой, как мы видим. Шлагбаум сделали жители этой улицы, чтобы грузовые машины не ездили по этой дороге, а ездили по той. Вот как получается, жители сообща решили обезопасить своих детей от грузового транспорта. И мелочь эта, в принципе, радует. Слава богу, что шлагбаум этот не закрыт на замок. А это уже улица Сибирский тракт. Находимся мы возле хлебокомбината. Совсем недавно здесь появились знаки, ограничивающие скорость вначале до 40, затем до 20 км в час. После этого здесь появился знак «Лежачий полицейский», и дорожные работники сделали вот эти пропилы. Полицейский здесь не нужен. Как мы видим, из этих препятствий на Сибирском тракте образовывается пробка. А ведь это единственный въезд грузового транспорта со стороны Екатеринбурга и Перми. И пока здесь не появится нормальный лежачий полицейский, об эту мелочь будут запинаться все водители. Эта береза на улице Октябрьской, 12, выглядит так не потому, что на дворе глубокая осень, а потому, что она, судя по всему, уже высохла. О, так мы здесь около года, она все такая и есть. Ну а раз дерево сухое, то и пользы от него получается уже никакой. И поэтому мелочь эту нужно, скорее всего, спилить. А то мало ли что, рядом пенсионный фонд. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – производственная компания «Фабрика Нагорный». Натяжные потолки от 300 рублей. Телефон 236-36.